Всем привет, с вами Алексей. Вот решил снять вторую часть своего аквариума. Ну все, в принципе, больше изменений никаких нету. Анцитрус, растения немножечко начали разрастаться. Пришлось выставить на продажу пираний, поскольку они очень пугливые. Когда боятся, они могут в аквариуме растения вырывать с корнями и по аквариуму песок везде летит. Мне это очень не нравится. Сегодня нашел уже покупателя, в 3 часа отвезу и продам. Ну что, кто может помочь с выбором рыбок? Таких, чтобы были спокойные, не трогали растения, жили нормально с другими мелкими рыбками, ну и более-менее нормально в размерах. Пишите, я, может быть, приобрету этих рыбок. Ну все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому нравится, кому не нравится, можете осуждать. Все, счастливо!